Всем привет! Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня... Что мы сегодня будем открывать с тобой? Эльзу. Сегодня у нас с Миланой... Что там? Эльза. Нормально все? Сегодня у нас с Миланой такая Эльза из мультика «Холодное сердце». Она летучая, она будет летать. Я открывать буду ее. Ты уже вот так, но она... Ну ладно, открывай. Она вообще открывается вот здесь вот так. Смотри, вот такая штукенция есть. И доставай ее отсюда, эту Эльзу. С пропеллером, как самолет. Вот Эльза дает, однако. Тут есть специальная зарядка к Эльзе. Так, тут есть какой-то такой провод. Это USB шнур. Это, наверное, зарядное устройство, Милан. А тут что, ну-ка? А там в наборе еще какие-то крылья упали, что ли? Вот они. Давай. Так, сейчас мы ее здесь, она на резиночках. Сейчас мы эту резиночку уберем и достанем нашу Эльзу. А потом нам нужно будет еще с тобой крылья ей прицеплять. Вот они. Да, не все крылья. Ну-ка, Эльза, иди сюда. Нам. Вау. Так, ну вот сама Эльза. Только пока ничего не нажимай, а то надо ей сначала крылья прицепить. Сейчас я эту резиночку уберу. Эльза какая-то летучая. Летучая Эльза. Привет, я Эльза. Она не говорит вот так вот. Она не говорит. Так, Милана, ну давай ей крылья прицеплять. Это что такое? Интересно, у нее не подставок, ничего такого. А на чем она стоять будет, эта Эльза? Крутящаяся Эльза, вертящаяся. Давай ей прицепим крылья. Чего ей ее специально, чтобы летала? У нее крылышки? Да. Ну да, чтобы летали. У нее красивые, а еще у нее... Глаза синие, а прическа сломанная. Так, ну, я не знаю, мы как-то тут ей понацепляли крылья, сейчас посмотрим. Может, мы вообще ей неправильно крылья прицепили? Привет, Милана, я Эльза. Эльза. Ну, вот тут есть кнопка, сейчас посмотрим. Парам-пам-пам-пам-пам. Парам-пам. Ой. Вау. Милана! Она летает у нас! Ну да, авария! Так, вот мы сейчас снова будем запускать нашу Эльзу. Смотри, тут есть кнопочка. Так, где она тут спрятана? А, вот она, Милана. Вот на нее нажимай, отодвигай. Вот она маленькая, видишь, кнопочка? Ага. Нажимай на нее. Вот где она? Вот она, вот она. Вот это? Давай я нажму, и смотри, она сейчас полетит. Нажимаем на Эльзу. Ну, Эльза куда-то не туда летит. Ну-ка, и что там? Кнопочку нашла? Как? Маленькую нажимай. Вот это. Ну-ка, покажи. Отодвигай ее. Давай-ка я попробую. Нет, это не она. Тут кнопочка где-то такая находится. Классненькая. Вот, она такая малюсенькая. Нажимаем. Смотрим. Так. Эльза, тихо, ровно. Я отпускаю нашу Эльзу, она полетела. Давай попробуем еще раз запустить.
Сейчас смотрите, она, я ее сейчас буду отпускать. Отпускаю нашу Эльзу. Эльза, куда ты полетела? Отпускай. Свалилась? Да ты ее заряжем лучше. Так она заряжена? Чего ее заряжать-то? Ну, она работает? Она же разлетится так. Давайте ее заряжем. Разлетится? Да. Ну мы сейчас ее позапускаем, потом поставим на зарядку. Ну-ка пробуем еще раз. Заглохла наша Эльза. Что-то тут крылья у нее неправильно установлены. Эльза, ты будешь сегодня летать или нет? Нормально. Полетели. Куда она полетела? Ставь лайк и подписывайся на канал Фантазм Иван. И делай, и покупай. Такие Эльзы. Смешные Эльзы такие, летучие. Всем пока-пока.